Юношеские команды футбольного клуба «Гомель» провели очередные матчи в рамках первенства страны. Все игры проходили на выезде. Старшие и младшие возрастные группы встречались со сверстниками из солигорского «Шахтера». Первые уступили со счетом 1-0, а самые юные гомельские футболисты смогли довольствоваться минимальной победой. Также с показателем 1 забитый мяч и 0 пропущенных закончили матч спортсмены 2002 года рождения. Еще одна юношеская команда крупно уступила в Минске 3-0.